несколько, да. Как вы отдохнули? Как у вас настроение? Как здоровье? Все отлично, отдохнул хорошо. Как настрой на оставшуюся часть сезона? Только, так сказать, положительный, потому что пропустил 5 игр, 6. Ну, очень сильно соскучился. Уже последние там 2 недели отпуска уже ждал, скорее всего, началось, потому что уже хочется на футбольное поле. Последствий операции уже нет-то у вас, да? То есть с коленом все нормально? Да, с коленом все нормально, как бы не опухает, уже тренируюсь, там, с 28 числа. То есть вы начинаете уже в общей группе или да, начинаю в общей группе. Как вам концовка? Мы все-таки без вас играли и такая обескураживающая была немножко игра в Питере. Ну, не находился там, как бы смотря по телевизору. Ну, как сказать, можно сказать, маленько смазали концовку, а так все нормально. Понял. То, что «Зенит» так далеко убежал, все-таки 6 очков, большая разница. Сейчас уже мысли о том, чтобы попасть в топ-2 или все-таки за чемпионство? Я не считаю, что 6 очков – это большая разница, потому что они проиграли, мы выиграли, и уже 3 осталось. Поэтому мы играем, мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом. Был ли у вас какой-то разговор с Черчесовым после того сбора, после той травмы? Да, мы с ним пообщались, и, в принципе, ну, ничего такого. Опять же, это все раздули в прессе, какой-то конфликт. Никакого конфликта ни у кого нету, все отлично. Мы с ним пообщались, обсудили моменты, и все. Вы для себя, когда, ну, так или иначе, спортсмен ставит какие-то цели на год, что для себя поставили на вот эту вот концовку этого сезона? Ну, наверное, первое, что для себя, наверное, ставлю, это вернуться на поле, а потом там дальше уже посмотрим. Понял. История, как отреагировали на то, что Доменико сказал, что я не буду продлевать контракт, это все-таки такое испытание для футболистов. Все-таки есть какая-то нервозность или спокойно профессионально восприняли? Да спокойно воспринял. Тренер, ну, так решил, значит, он так решил. У него есть свое видение, поэтому, конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение, как бы. Тут оно не обсуждается. Как-то удалось с ним пообщаться, может быть, команде, вам, может быть, в чатах каких-то, понятно, что сейчас уже? Ну, вот последнее, когда у нас перед этим был, ну, перед отпуском собрание, вот он там еще раз эту речь сказал, то, что он собирается уходить, и, в принципе, все. Это уже в Москве было, да? Ну, да, это уже после Питера в Москве было. Угу. Понял. Саш, видел, что отпуск проводили с Александром Кокориным? Вокруг него много достаточно информации, уходит, остается. Как вы на это реагируете, поскольку вы тесно общаетесь? И как ну, вы... давайте, мы, наверное, к нему про него вопросы будем задать ему, поэтому я уже устал на это отвечать, то одно, то другое. Наверное, лучше к ему это задать. Понял. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Удачного вам сезона. Спасибо.